Спасибо. В Миассе Челябинской области трехлетний ребенок чудом уцелел. После того, как взобрался на окотный карниз на 8-м этаже, без присмотра родителей мальчик решил прогуляться по подоконнику и едва не сорвался. Кадры, которые засняли очевидцы, вызвали тысячи гневных откликов в интернете и проверку полиции. Куда смотрели родители, выяснил Кирилл Сладков. Он же не держится вообще сейчас. Он просто стоит вот-вот, блин. Трехлетний мальчик пританцовывает на карнизе окна на 8-м этаже. В любую секунду ребенок может сорваться вниз. На высоте в 20 метров он без какой-либо страховки и даже не пытается держаться за раму. Родителей рядом нет. Ширина подобного козырька всего 12 сантиметров. Это меньше человеческой ладони. Кроме того, конструкция довольно неустойчивая, сделана под уклоном и имеет весьма скользкую поверхность. Страшно даже представить, как по такому кусочку металла мальчик свободно гулял несколько минут. Александр, который живет в доме напротив, стал свидетелем этого дикого представления. Молодой человек вызвал полицейских и вместе с сестрой фиксировал на видео, как малыш в буквальном смысле балансирует на грани жизни и смерти. Наверное, около 5 минут, чуть меньше, то есть все это происходило. Но в некоторые моменты, да, он совсем прям не держался, то есть каким-то чудом просто оттуда не соскользнул. То есть, когда снимал даже это видео, очень сильно переживал. Там не видно, но его, скорее всего, забрали родители. То есть, ну, он слез оттуда, и окно было закрыто. Всего за сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров и сотни гневных комментариев от родителей со всей страны. Полиция Миасса провела проверку. Оказалось, и мать, и отец мальчика во время инцидента находились в соседней комнате. Отец признает, ребенка оставили без присмотра. Время жена готовила, открыла окошко. Там душно было. Я мебель передвигал. Она зашла мне помочь буквально на 2 минуты. Выходим, а он уже там тусуется у нас. Ну как на окошко залез. Все, мы его тихонечко, чтобы не напугать, позвали. Он слез, она вот окошко закрылась. Вот вся ситуация. К родителям, которым едва исполнилось 23 года, нагрянули участковые. Однако пока дело ограничилось воспитательной беседой. Основание для привлечения к административной ответственности мамы по статье 5.35 за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. То есть обучения содержанию детей нет, так как семья благополучная, то есть и случай произошел случайно. Положительно о семье отзываются и соседи. По их словам, ребенок всегда чисто и опрятно одет. Оба родителя работают и в асоциальном поведении замечены не были. Нормальные соседи, нормальные люди. С ребенком, нормальная, адекватная семья. Трехлетнего сына супруги Банных к окнам больше не подпускают. На раме, на всякий случай, установили специальные замки.